Всем привет, с вами Однорукий Борис, и мы с вами продолжаем играть в игру под названием Экс-машина. Прошлая серия у нас закончилась очень хорошо. Мы купили себе новую точилу, которая называется Молоковоз, и мы стали боссом-молоковозом. Вот. Мы теперь реально босс. Но я думаю, что это ненадолго, потому что... наверняка дальше будет сложнее, тяжелее, и нам нужно будет потом купить более крутую машину. Вот. Напомню, что по сюжету мы пока что остановились на одном месте. Вот. Сейчас я вам покажу процесс. Какой процесс? Прогресс в сюжете. Но только после того, как игра загрузится. И пока я все это произносил, у нас она все-таки загрузилась. Вот. Найти жилище отца. Вот. Вот эти вот два квеста мне нужно выполнить по сюжету. Но я в прошлой серии посмотрел, сколько тут стоят запчасти для машины. Так, и куда я поехал? Я вообще хочу вот сюда поехать. Вот, сейчас я просто хочу накопить денег на улучшение машины. Вот. Я прекрасно понимаю, что, возможно, для вас это не самое интересное зрелище. Вот, но это тупо необходимо. Вот. Тупо необходимо для того, чтобы пройти дальше. Вот. Да. Я на самом деле, я так рад, что я за эту машину начал играть. За босса молоковоза. Я его еще буду называть фуфермером. Да кто такой засады вообще? Че ты мне вообще делаешь? У меня столько жизни вообще. 1,5 косаря у меня жизни. Ну, было точнее 1,5 косаря. Да, смотрите. Все, едем по этой дороге. Это самое. Сейчас будем тарабанить противников, которые будут попадаться нам. Вот, вы посмотрите, сколько у меня места теперь вот здесь. Это же просто клады всякие можно тут подбирать. Просто целые десятки тысяч миллионов тонн перевозить. И становиться миллиардером. Ну-ка, что у нас тут за дорога такая? Да. Хорошо, едем по этой дороге. О, а это что у нас там такое? Может быть, я туда заеду, и у нас будет что-нибудь лежать прикольное тут. Какие-то строения. Тут какие-то камни. Бах. О, нифига себе. Дерево это что?
Ясно. Лаги-баги. У нас тут происходят. Ну, тоже, так сказать, контент. Так, что у нас вот здесь? Здесь у нас тоже ничего нет. Просто мало ли там что-нибудь валялось за текстурами. Или там за каким-нибудь деревом спряталось бы. А я это и не увидел. И проехал бы мимо. А потом мучился бы. Думал, надо было туда посмотреть, заехать. Вот, а сейчас я, по крайней мере, 100% знаю, что тут ничего нет. Такого интересного. Ну, кроме вот такой вот прикольной локации. Так, кто меня брать собирается? Так, кто? Кто? А, сзади подъехал, нифига себе. Какие вы продуманные вообще со всех сторон, да? У меня же теперь жизни дофига, вы что? Ну вы что? Так, следующий... Так, один готов. Второй, давай. Второй тоже готов. Смотрите, у меня 800 жизни. И это чуть больше половины у нас. Так, ну-ка смотрим. Смотрим. А, ну с другой стороны, видите, вот тут уже типа все занято. Но тем не менее, все у нас нормально. Да ладно, вы что? Так, таракан. Смерть бандитам! Так будет с каждым. Так и будет с каждым. Да давай, стреляй ты уже. Хорошо. Ну, таракашки, это... Так, дрова. Хорошо. Я так понял, что тут все-таки лучше подбирать всякие ресурсы, нежели 104. Ого, вот это вот я выкину, вот это вот я возьму. Эх, вот было бы здесь вот еще один столбик клеточек, тогда было бы вообще супер. Супер класс был бы. Так, а тут у нас что, 70? 82. Рискнем вот так вот взять. Окей, теперь у нас жизни не так уж и много, поэтому... Да, давайте прямо вот сюда и поедем. Да, смотрите, весь помятый. Ну-ка, а тут водители. Прикиньте, тут водителя не видно. У нас в машине. Видите, стекла разбиты. И вроде здесь должно все быть видно. Ах ты, блин, опять напали. Где, откуда? Развелось тут тараканов, да? Так, ладно, нам нужно реально ехать быстро. А куда? Так, давайте все это дело объедем. О, еще один. Клоп.
Так-ка. А, фигня. Видите, я уже это самое. Различая, что фигня, что не фигня, начал различать. Так, хорошо. Город у нас тут появился. Хорошо. Все это дело мы продаем. Блин, металлолом по одной копейке стоит. Но тем не... Тысяча, офигеть. Так, хорошо. По крайней мере, мы исследовали вот эту часть. Теперь нам нужно как-то вот туда ехать. Вот, по частям вот так вот будем сейчас распознавать карту. Так, это у нас таракашка. Что, таракашка? Я тебя уже расстрелял. Так, ну-ка. Слабый шершень. Ну, хоть что-то будет у нас на продажу. Так, смотрим. Тут у нас горы, лэп. Это самое. Опа. Пока ты тут с деревом боролся, я у тебя уже треть жизни убил. Первое орудие! Пли! Так, теперь нам нужно копить на какое-нибудь оружие получше, да? Так, металлолом у нас тут. Так, понятно. Мы теперь поняли, что вот здесь металлолом лучше не продавать. Он тут дешевый. По одной копейке стоит. Так, а что у нас по грузу? Сколько еще места? А, еще много места. Это мы только половину подобрали. Да? А помните, у нас это был бы максимум. Да? Так, что мы исследуем? Сейчас попробуем вдоль этих самых проехать. Да, меня интересует вот эта вот точка, как... Как раз. Да сколько у вас тут развелось-то? Следующий. Не, ну конечно я его сейчас победил с такой вот скоростью. Хорошо. Металлолом шершень. А тут что-нибудь есть? Да, есть. Лежит. Так, перезарядка. Ладно. Тут, видимо, дорога у нас заканчивается. Вот на той точке, где я отметил. Да. Собственно, здесь больше ничего нет, поэтому... Поедем-ка мы с вами обратно. Починимся, по крайней мере.
Продадим все, кроме металлолома. А что у нас, кроме металлолома? Да, у нас будет много чего. Ну, на три предмета у нас будет место. Вот. Возможно, тут есть какие-нибудь предметы, которые занимают не 2 на 2 квадратика, а, ну, там, по одному квадратику или 1 на 2 квадратика. Посмотрим. Так, поездов вроде нет. Поездов нет. Так. Так, да, видите, по одному. Поэтому продаем это, продаем это. И это продаем. Так, и чинимся. Что нам еще остается делать? 3 косаря у нас. Короче, сейчас мы поедем с вами сбывать металлолом. Давайте вот сюда поедем. Возможно, там за металлолом дадут намного больше, чем здесь. Вот. Прям вот так вот вдоль железной дороги и поедем. Кстати, тут еще вон дорога есть, которая еще влево-вправо ведет. А нам как раз вот сюда и надо. О, да сколько ж можно, а? А, охотник. Охотник вот такой вот без... без ракетной установки. Это... это фигня на самом деле. Ну-ка, посмотрим сейчас, я правильно... Да, правильно еду. Вот, возможно, я еще не встречал охотника с ракетной установкой. Возможно, это очень страшный противник. Кто знает. Точно не я. Но я, наверное, потом узнаю, каково это встретиться с охотником. Кстати, туда я, по-моему, не заезжал. Давайте туда заедем. Просто тупо посмотрим, что там такое есть. Это ж интересно. Может быть, я сюда заезжал, но я забыл просто. Это стена. Это какой-то амбар. Здоровый. Ну, понятно. Понятно. Давайте сейчас разворачиваемся. А интересно, туда заехать можно? Так, давайте, знаете, что я сделаю? Сохранюсь. Давно не сохранялся тут. Не, нельзя. Тут невидимая стена у нас стоит. Ладно. Стена так стена. Короче, поехали. Поехали в город. Ой, да, помню, как меня в этом самом, в Красавоте тоже вот так же заносило. Так, это у нас кто? Муравей. Да царапина, царапина. Ничего не вывалилось. Хотя это ж муравей, чего из него вывалится может? Хотя, может быть, какая-нибудь фигулька маленькая, дешевенькая, копеечная. И могла бы вылезти. Выпасть.
Так, доехали. Замечательно. Так, что у нас? Так, вот так. О, по 500. Вот мне и 6000. А что я за 6000 могу приобрести? Вен, молоковоз, понятно. Тут все понятно. Офигеть. Объем кузова 38. Продвинутый болт. Прочность 56, масса, скорость 124. Так, ладно, давайте. Это, конечно, блин, вот очень долго на это копить. Я даже не знаю. Давайте я куплю вот это. Купить будет 2000 у нас. Вот. А теперь... Наверное, мы будем копить вот на эту вот штуку. Отличный генератор. 8, почти 9 тысяч. Вот. Можно, конечно, и вот это купить, но я хочу сразу вот эту вот штуку. Сопротивление проникающим повреждениям. Понятно. Ну, как видите, мы уже потихонечку качаемся. Потихонечку качаемся. Так, что у нас? Хорошо, дальше что мы делаем? Мы тут, короче, едем вот в эту сторону. Да. Собственно, вот так вот. Что-то у нас на самом деле очень долго исследуется эта карта, но что поделать? Мы хоть себе и накопили на машину, но нам еще нужно копить отдельно 10 тысяч. Так-то я думал, что копить деньги здесь это очень сложно, но оказалось чуть-чуть полегче. Так, тихо. Я туда не попадаю даже. А по тебе попаду. Так, один готов. Все. Жалко, у них тут ничего не вываливается такого интересного. Так, мы сейчас едем в какой-то угол карты, предположительно верхний левый, да? Так, тут у нас, смотрите, дорога. Так, и где у нас левый верхний угол? Вот здесь. Так, здесь, смотрите, здесь все завалено, видно, что здесь был вход-выход. Опа. Ну-ка. Металлолом, дрова. А здесь? Дрова, металлолом. Там были металлолом и дрова, а здесь дрова, металлолом. Очень даже неплохо, ну-ка. И у нас еще места дофига. Так. По крайней мере, мы знаем, что у нас тут... есть вот в этом углу карта. Так, вряд ли, конечно, тут будут валяться
всякие вещи, пожитки, всякие дрова, металлома. Хотя, кто знает, может быть, тут и лежат. Да? Ну и ладно. Ну, по крайней мере, я сюда заехал. Узнал, что тут ничего нет, узнал. И это значит, что со спокойной душой можно ехать обратно. Ну, не то чтобы обратно, а дальше. Вот. Так. Опа, здравствуй. О, а вот охотник с этими самыми. Ребята, я пока что не совсем осознал, насколько мощное у него оружие. Вот, потому что ракетами он в меня все-таки не попал. Но это могло бы случиться на самом деле. И я боюсь представить, что бы было, если это случилось. Было бы, наверное, очень плохо, да? Так, ну понятно, здесь больше ничего нет такого. Кроме перезарядки. Так, ну что ж, считайте, половину карты мы это самое изучили. Хотя я не знаю, половину ли. Так, а мне интересно, у вас тут это самое... О, слушайте, так тут у вас можно теперь все это дело продать нормально. Так, ну-ка я хочу... А, тут просто так не посмотришь, ладно. Что ж, так, тихо, небо у нас тут. Так, куда я теперь отправлюсь? Я теперь отправлюсь вот сюда. Блин, мне вот этот трек очень даже нравится. Я его, может быть, даже добавлю на канал. К себе туда. В плейлист... с музыкой из игр. У меня, кстати, есть плейлист с музыкой из игр. Даже не один. У меня их несколько. Скажем так, общий плейлист, где я выкладываю вообще все подряд. Из разных игр. Вот, а есть плейлисты с конкретными играми. Точнее, с музыкой из конкретных игр. Вот. Если вам это интересно, и если вы любите слушать музыку из игр, то предлагаю вам посмотреть плейлисты. Возможно, вы что-то найдете по душе. Вот. Опа. Так, сейчас мы... О, там два молоковоза, ушло.
Вот это сейчас, наверное, будет очень жестко. Так, давай, 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 давай. Сколько можно перезаряжаться-то? Так, один готов. Второй. А, зачем я это нажал? Разряжайся скорее, ну. Так, ну, с двумя молоковозами я справился в одиночку. Правда, у меня теперь жизни вообще нифига нет. И мне срочняк нужно что-нибудь. А, тут, смотрите, тут вот что-то есть. Ну-ка. Римская, так. Так, давайте я сейчас вот так. Так, ладно, чуть-чуть обратно мне надо, да? Небось, вот за вот этим вот холмом. Да, лучше, конечно, доехать сейчас до этого римского и починиться. Возможно, там можно все продать. Я, если честно, даже и не помню. Вот оно. Так, ну-ка. Хорошо, ну, чинимся, значит. Да, я боюсь, что я не долго копить буду. Хотя, с другой стороны, если я тут понаспираю, точнее, всех вот этих вот металлоломов всяких, вот, и продам там, где это дорого продается. О, красиво летим. То, возможно, я разбогатею опять. И вот сейчас жизни, конечно, были намного важнее, чем деньги. Да. Так, сейчас нужно... По-моему, вот этот поворот нам сейчас нужен. Смотрим. Да, хорошо. Мне тут хочется на Shift нажимать, потому что я же параллельно прохожу второй Half-Life, второй эпизод. Тоже можете зайти в плейлисты и посмотреть. Это же второй Half-Life. Вот, и там, короче, на машине есть такая тема, что нажимаешь на Shift, и у тебя машина просто несется, типа газ. На газ нажимаешь. Это практически как это самое. Как нитро-ускоритель. Опа. Заправка. Олимпийская. Ну-ка. О, слушайте, а тут что-то еще есть. Директор Ил. А, букмекер Шелия, бездельник Дэн. Так, а у вас... О, вот здесь вот уже можно. Да. Да. Слушайте, я думаю, что сейчас вот можно... закончить серию.
Я вот сохранюсь. Сейчас где это сохранение идет? Вот сохранить. Сохранить. Вот. Такие вот. Куда ты идешь? Отойди от машины. Я не хотел. Сейчас я отъеду. Пока тут он в меня не уперся. Короче, вот. Вот так это я буду заканчивать, короче. Вот такая вот небольшая серия получилась относительно предыдущих по игре. Вот. Ставьте лайки, если вам понравилось. Вступайте в группу. Ссылка на нее есть в описании. Подписывайтесь на канал. А мы с вами увидимся в следующей серии. Всем удачи и всем пока.